Ирина Винер сделала самый щедрый из всех возможных комплиментов Филиппу Киркорову. На днях он принял участие в грандиозном концерте «Мы верим твердо в героев спорта», прошедшем во Дворце гимнастики. После окончания мероприятия певец вручил Ирине Александровне огромный букет цветов. Киркоров встал перед ней на одно колено и признался в любви. А она в ответ рассказала о том, что ей в нем так нравится. 75-летняя Винер сказала о том, что Филипп является настоящим героем России. Он не последовал примеру других звезд, позорно сбежавших из страны. «Все смылись, а он здесь поет», — подчеркнула тренер. Она добавила, что Киркоров достоин всего самого лучшего, — сказала Винер, обнимая народного артиста. Свидетели этой сцены отметили, что из Ирины Александровны и короля российской сцены могла бы получиться отличная пара. Кстати, Винер летом